Автомобиль Nissan Patrol, 61 кузов, аксессуар, еще одна сетка, а уже универсальная, она подходит для большинства машин, у которых есть ручки для третьего ряда сидений. Вот, ручка в багажнике, здесь. И ручка второго ряда. Четыре крепления. Плохо видно. Вот. Крепится она за ручку, натягивается. Затягивается очень прочно. И держится. Этот вариант подходит для экспедиционных машин, в которых едут только два человека, потому что, конечно, сидеть здесь уже будет неудобно, когда она загружена. Можно подвинуть как-то, но все равно. Можно использовать вместе с сеткой специальной, которая для патруля сделана. Она в багажнике находится и не мешает головам пассажиров. Вот. А в экспедиции это еще один дополнительный объем, в который можно забить разными вещами чистыми. Здесь доступ уже легче. Можно открыть боковую дверь и засунуть там все что угодно. Не нужно открывать багажник. Не нужно лезть в груз. Не нужно лезть в багажник. Вот. Ослабляется так, ну и натягивается, соответственно, так же. Все натянулось, она висит плотно, не играет, а в зеркале не мешает. Стропа жесткая, плотная, не резиновая, не эластичная, натягивается хорошо и прижимает груз к потолку.